Господин мэр, огромное спасибо за возможность сегодня поговорить. И хотел бы, прежде всего, высказать благодарность, слова благодарности американскому народу. Мы в Одессе, все общество консолидировалось для того, чтобы дать отпор агрессору, остановить его и выгнать с нашей земли. Наши города очень похожи между собой, потому что, в первую очередь, это портовые города. Это очень большой военно-морской флот, а также туристическая сфера. Это одна из основных сфер, которая поддерживает экономику обоих городов. Украина является очень важной страной. Я считаю, что здесь должен воцарить мир и спокойствие. Именно поэтому могут состоять с вами плечом к плечу для того, чтобы помочь вам в этой тяжелой ситуации. Спасибо, господин Лав. Thank you, Mr. May. Спасибо.